الله 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 Если я знал, что это место, я привез бы сюда. Ух, ну вообще, ты че? Вообще, спасибо большое. Спасибо. Вообще, Рамзан, это мы отдельно сделаем, вообще. Привезем, красиво поставим. Вообще. На вечное хранение, волос пророка, мечети, предримы. Рамзан, я хочу, чтобы ты Хазрат это сказал. Можно? Пожалуйста. Ну, сам не, ну это слишком... Пожалуйста, Рамзан. Я уже великий, что я первый это услышал. Да. Только ты первый, да, до сих пор это учил. Я никому не говорил. Да. Еще от души поздравляю. Хазрат, великий день. Спасибо, дорогой. Вы сейчас узнаете. Мы вот такое решение приняли, что мы место увидели, где можно хранить волос пророка, и решили передать в мечеть волос пророка на вечное хранение. Аллах Акбар! Аллах Акбар! Машаллах! Еще раз. Мы принесем. Спасибо тебе большое. Это сделал, да, ты великий это человек, ты счастливый Аллах. Человек. Нам решил волос подарить, пришлось для этого мечеть поставить. Точно! Ты просто счастливый и великий человек. Спасибо большое тебе. Настоящий мусульманин. Аллаху Аллах.